В Саратовской области осуждена мошенница, похитившая у жителей региона 400 тысяч рублей. Судили, как и задержали злоумышленницу в Марксе, хотя сама она из Краснодарского края. Отворила свои черные дела и в других городах Саратовской области. Схема обмана была простой. Буквально у подъезда, выяснив, где живут пенсионеры, женщина отправлялась в нужную квартиру. Обращаясь по имени-отчеству и представляясь соседкой, она просила денег в долг. Обещала все вернуть вечером, была убедительна, писала расписки и даже оставляла в залог украшения – якобы золотые, а на поверку бижутерию. Как результат, 16 эпизодов мошенничества и ущерб потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей. Обвинение по уголовному делу поддержала в суде Марксовская межрайонная прокуратура. Учитывая мнение государственного обвинителя, принимая во внимание ряд смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Приговор в законную силу еще не вступил. Закон дает осужденной право на апелляцию. Станет ли это для нее уроком, покажет время. А вот выводы уже должны сделать все, кто заботится о собственной безопасности. Необходимо быть предельно осторожными при контакте с незнакомыми людьми, не заводить разговоров на улицах, не впускать их в дом, не принимать подарков, не верить обещаниям. То же самое касается и незнакомцев, звонящих по телефону. Ни в коем случае никому нельзя передавать деньги, тем более крупные суммы. Обо всех фактах мошенничества следует сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102. Будьте бдительны и осторожны, берегите себя и своих близких.